Джен Лон, или я все расскажу Джону. Я успел! Если ты не успеешь, ты никогда не увидишь свою семью. Что вы здесь делаете? Билл! Павелла! Билл! И, кстати, с днем рождения. Отметим завтра, я обещаю. Ты опять променял меня на работу. Ну и семейка. Все в порядке? Да. Отпусти ее! Ведь я же успел! Я прошел испытание! Отпусти ее! Ах ты жалкое дерьмо! Это же смертный приговор! Кто заплатит за операцию? Вы убили меня! Это вы убили моего отца. Привет, Тара. Извини, что подверг тебя и твоего сына этим испытаниям. Но, уверяю тебя, причина очень веская. Этот человек пожертвовал очень многим, чтобы спасти жизнь любимой. Но когда ему выпала возможность спасти жизнь твоего мужа, он отверг ее. Сегодня ты получила шанс спасти жизнь. Ты готова пощадить этого человека, даровать ему жизнь? Или ты приговоришь его к смерти за убийство мужа? Живи или умри. Выбор за тобой. Это не моя игра. Я оставляю тебе одну шкатулку. Ее содержимое, дорогая, очень для меня важно. Мистер, что в шкатулке? Пощадите меня. Жальтесь, умоляю! А Рафион жалился, когда мой муж страдал! Джон оставил тебе 5 конвертов. А 6-й был для меня. Это воля Джона. Наша жизнь превратилась в кошмар! У него не было выбора! Но выбор всегда есть! И причина моей жестокости не в том, что я не могу простить вас за то, что вы сделали. Причина всего лишь одна. Я никогда не прощу себя, если вы опять причините зло! Умоляю, нет! Вы никогда не убьете снова! Пожалуйста! Пожалуйста. Умоляю. Я не могу! Не могу убить! Я могу. Дед Брэд! Ты убил моего отца! Убил! И теперь сдохни! Ты
закончена. Джонка, мы будем быстро. Каковы правила, Гарольд? Вы только что подписали мне смертный приговор. То есть в каком смысле вы решаете, кому жить, а кому нет? Нет. Это метод, Джон. Вы думаете, что это живые будут судить вас, и что мертвым не добраться до вашей души? Но, возможно, вы ошибаетесь. Когда будет твое испытание? Оно мне не нужно. Да? Ты ведь знаешь, зачем ты здесь. Посмотрим, хватит ли у тебя воли к жизни. Ты думаешь, что все под контролем, верно? И что ты избежишь испытания. Я только лишь исполняю волю Джона. Тебе нужен шанс. Я дам тебе шанс. Господи!